Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 11 сентября. В Одессе в 19.09 объявили воздушную тревогу, и буквально 5 минут назад, в 19.18, появилась информация о пуске ракет с моря. Появилось даже видео, как запускаются ракеты с корабля, вот, но утверждать точно, что именно эти ракеты были выпущены именно сейчас и летят в сторону Украины, как бы так нельзя, потому что да, потом... Спустя какое-то время оказывается, что это видео старое, какое-то снято давно, но тем не менее опасность есть и лучше пройти в укрытие. Я на связи, как информация будет обновляться, сразу буду сообщать. До встречи в новых видео, всем пока.